Всех приветствую на канале Helping Animals. История спасения кота, которого все считали погибшим. Утром 10 марта на обочине дороги в Британской Колумбии неподвижно, мордочкой в луже лежал черный кот. Кот страдал от боли, видимо, его переехал автомобиль. Весь окружающий мир вокруг, включая людей в проезжающих мимо автомобилях, считал его мертвым. Водитель грузовика и его пассажир проехали мимо кота. Но что-то его заставило вернуться. Остановившись, водитель грузовика увидел, что кот был в тяжелом состоянии, возможно, со сломанным позвоночником, но еще жив. Макдональд положил кота в коробку и сразу же поехал к ветеринару. Врачи сказали, что кот в плохом состоянии. У него была сломана челюсть, нос и переломан череп. Врачи сделали операцию коту. В течение 3 недель кот должен был носить акриловую шину. Котик восстанавливается после травм. Как только он будет готов, он уедет с Макдональдом, где обретет любящую семью. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.